Здравствуйте, друзья. У меня для вас сегодня две новости. Так, ну, как бы информация такая. Это не большие политические новости, а просто информация. Значит, первая информация состоит в том, что наши обычные прямые эфиры, которые я отсюда вел вечером в пятницу, а сегодня четверг, вечером в пятницу, я теперь буду вести утром в пятницу, где-нибудь часов в 10 утра. Мы здесь начнем, соответственно, по московскому времени это будет 9 вечера. Вот прям как программа «Время». Вот. Ну и ничего страшного, если вы не будете сначала, мы там пару часов-то пробудем. Вот, может быть, и 3 часа можем себе позволить там до полуночи, до вашей, там, до московскому времени. У меня пятница такой день, что нет аппойнтментов, мне не назначают. Поэтому я могу себе позволить. Вот. Это связано с тем, что мне как бы велено теперь вовремя ложиться спать, поскольку я на диете, и там целая наука к этому делу, я не вникаю, но велено, значит велено. Вот, поэтому я не могу уже там до часу, до двух ночи. Попробуем, как это будет выглядеть. Значит, таким образом, еще раз, начиная с пятницы, первые пятницы этого года, 2018-го, наши трансляции перемещаются с вашей субботы утро на вашу пятницу вечер. Вторая информация такая, что сегодня у меня начинаются новые классы в онлайне. По тестированию программного обеспечения, если кто-то не знает. Тестирование программного обеспечения. Это на английском языке. Это, ну, как бы для местных людей, которые в основном, которые хотят поучиться и поработать в этой области. Вот мы как бы не рекламируемся нигде, но поскольку уже очень много выпускников и нас как бы знают, вот у меня сейчас где-то 250 человек уже записалось в эту группу, вот уже там. Значит, делается это таким образом. В скайпе мне пишут на очень простой адрес М, как Михаил, Портнов, как Портнов, да? 8 буквок, М. Портнов. Вот, и говорят, хочу в онлайн-класс 4 января. Вот, и я вас в скайпе бросаю в эту группу. Так, прямо раз, так, drag and drop. И вы оказываетесь в группе. Я вам еще даю инструкцию о том, как подготовиться к первому уроку. Почему я это сейчас все рассказываю? Потому что это видео появится в доступе, может быть, часов за 5-6 до начала первого урока, поэтому вы вполне можете успеть, если вам интересно. Но вообще все это есть и в записи тоже. То есть первые 3 урока есть в записи для всех, кто интересуется. Итак, я вас туда забрасываю, в эту группу. И в 6 часов по местному времени вечера, соответственно, скажем, в Нью-Йорке это 9, где-нибудь в Чикаго это 8, ну и так далее. На 1 час мы собираемся, и в этой инструкции написано, как подготовиться к первому уроку. Там надо на самом деле какое-то время потратить, посмотреть, там, желательно что-нибудь там запомнить, заучить, выполнить как тестовое задание и так далее. Но неважно, вы можете и не выполнить, можете к следующему уроку выполнить, дело такое. Вот, и я приглашаю всех, кто интересуется, просто потому что первые 3 урока от вас денег никто там не ожидает, вы должны посмотреть, прикинуть для себя, оно вам надо. Вот, и если надо, если хочется, если как-то так, кстати, клик такой произошел, то, пожалуйста, значит, стоит это $1000. И, в общем, вот, я думаю, не забыл ничего, знаете, я так, экспромтом, собственно, не было мысли никого особо приглашать, потому что это хлопотно вас туда закидывать, но, во всяком случае, с другой стороны, а почему нет, если есть желание поучаствовать? Но, еще раз, это все есть и в записанном виде тоже, то есть, вам, может быть, не обязательно заходить в Skype ко мне. Я под видео дам ссылку на инструкцию по подготовке к первому уроку, и вы увидите там все, что надо, там есть. В частности, на этой страничке, куда вы придете,
там есть записи уроков предыдущей группы. То есть там есть некоторая, как сказать, инструктивная часть, где я говорю, делаем раз, два, три, четыре, пять. Ну и там мне идет. А потом, когда мы уже в классе собираемся и ведем этот урок, то запись этого урока тоже там присутствует. То есть вы когда готовитесь к первому уроку, второму и третьему, их там три, вы видите тот урок, который был первый, вы видите второй, вы видите третий. То есть как бы не только вы готовитесь к уроку, но вы видите сам урок просто в исполнении в предыдущей группе. Вот примерно такая картиночка. Я ссылку дам под этим видео. На случай, если кто-нибудь зажжется. Знаете, бывает, люди загораются. И очень важно спичку поднести вовремя. Поэтому я вот такой, который спичку подносит. Ну, что еще сказать? Если вы не живете в США, а живете, ну, как США, Канаде, да? А живете где-нибудь в Европе, не знаю, там в разных местах люди бывают, и из Вьетнама приходят, и из Новой Зеландии, там, и из Израиля, Пакистана, Финляндии, там, Великобритании, из очень многих стран людей есть, хотя в основном США и Канада. И в основном это наши соотечественники. То есть там есть всегда кто-то, кто по-русски не говорит, но немного. В основном вот из наших. Хороший, так сказать, способ завести знакомых в разных частях Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов. Но если вы живете не в Соединенных Штатах, то по времени вам удобно не будет. То есть где-нибудь, ну, если мы начинаем в 6 тут, то это, соответственно, там 5 утра в Москве, да? 5 утра в Москве, 4 утра в Киеве, я не знаю, там, что за время там будет, день в Лондоне, там, не знаю, в Лондоне, может быть, будет там 2 часа ночи. Такого плана, поэтому по времени это не очень удобно присутствовать. Вот. Так что я не то, что вас сильно агитирую, записывайтесь в класс, но есть такая возможность, пожалуйста, я не возражаю. И есть запись. Ну, наверное, я уже несколько раз это все повторил, поэтому те, кто хотел, все поняли. Вот. А я, видите, я нарядный, буду в кадре записываться буквально через там, не знаю, 8 часов от того момента, как мы с вами беседуем. Все, ребят, счастливо и до встречи, так сказать, в онлайн-пространстве таком, если у кого-то появится интерес. До свидания.